И всем привет, ребят! Вы на канале Philbox Bro, и сегодня мы с вами будем играть в еще одну игру под названием Tower Defense Simulator с моим вот этим вот другом. Сегодня мы попытаемся пройти хотя бы один, скажем, один раунд. И что ж, сейчас мы пойдем на эти. Так, пошли. Так, вот у нас сами лифты, как видите. Так, это нормал. Я хочу поискать изи, потому что я на нормале вряд ли смогу. Хотя ладно, давайте на нормале. Еще 9 секунд. Самое главное, чтобы к нам еще никто не присоединился. Так, отлично. Мы уехали вдвоем. Это хорошо очень. Так, мы едем. Едем вниз пока что. Так, какой выбрать? Молотом или нормал? Выберем молотом. Надеюсь, что мы все-таки это сможем пройти. Так, они, получается, идут отсюда, потом вот так вот идут, все это наша база, да? Так, хорошо. Отлично. Так, давайте поставим пулеметчика вот сюда вот. Так, пока что все нормально. Понятно. Мы будем танцевать и побеждать. Так, я поставлю его. Что все легко, а вот потом будет уже очень трудно. Я очень долго играл в эту игру, так что я знаю, что там будет в конце. Иногда я проходил, иногда нет. Уровни я не буду пока что тратить вот эти деньги. Я буду копить на электрошокер. У него, вот все. У него очень большой урон просто. Ставлю сюда сразу. Да, сюда. Видите, у него тут пока что 2. Но он может наносить урон даже и 40 с чем-то. Хорошо. В общем, я думаю, вы сами увидите. Пока что у нас все легко, пока что справляемся. Так, вот он шокер, снайпер. Так, я предлагаю поставить еще один. Первое идет вот это вот реально.
босс этот. Реально, он достаточно трудный. Так, тут у нас идет армия обычных. Быстрых. Медленные тоже были. Так, я хочу поставить вот это... Вот сюда. Так, тут у нас сразу два. Так, вот это вот уже трудно. Это реально уже очень трудно. Смотрите, как это трудно. Нам с этим справиться. Так, ну... В любом случае, его добьют вот здесь вот. Это, в принципе, хорошо. Не понимаю, зачем вообще ставить его туда. Там его ставить просто бесполезно. Так что я поставлю сюда. Так, он уже тут. И у него осталось одно хп. Все. Мы его добили. Это очень хорошо. Так, опа-на. Это вот реально они очень трудные, потому что они невидимые. В этом проблема. Так. Я же ставлю сюда. Ставлю сюда. Все равно разницы, наверное, никакой. Кстати, максимум только 4 электрошокера. Сейчас я еще одного смогу тут поставить. Вот, опять эти скрытые бегут. Именно такие. Так. Трудновато, конечно. Так, обновляем его. Обновляем его. И его тоже надо будет обновить. Лучше. Я, наверное, поставлю самолет вот тут вот. Так, потому что кто-то не будет сразу атаковать это вот все. Справляемся. Но это только 19-я волна из 40-й. Целых 40 волн. Очень много даже. Так. Блин. Они еле-еле туда добегают, но вскоре они все равно будут туда добегать. И будет очень плохо. Если ничего, они тут пройдут. Потому что там у нас уже почти никого нет. Снайперы уже достали, что сделают 20. Ну прям, что сделают эти 20? Не знаю. Конечно, не знаю. Обновляем. Вот, видите, уже у него скоро будет 45. Целых 45 урон. А потом еще больше. Потом 90, 80. Тоже очень много. Так. Пока что у нас все тут нормально. И да, эти медленные сейчас идут. Кстати, он ставит еще ферму эту. Ферму. Это, кстати, они достаточно полезные на них.
мания больше. Так, вот это вот очень опасность. Да, она очень опасная, опасная, потому что у него 1600 хп. Блин, мне еще кажется, что мы должны спрятать. Да не, пока что нормально. Или... Да уж. Так. Так. И... Что делать? Тем более, если он придет, то он уже все снесет, потому что у него просто хп намного больше, чем у нашей базы. Еще один минут. Блин, мне кажется, мы не пройдем. Галина. Давай. Нам надо пройти это, нам надо. Надо. Блин, а может надо было нормал мод поставить? Блин. Так, ну хотя бы он не снесет. Все. А, так мы его, в принципе, убили. А, блин. Точно. Уже может быть 4. Так. Еще и этот босс бежит. Блин. Что делать? Что делать? Нет, 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 нет. Почему? Хотя... Давай, 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 нет, блин. Он нам снес 8 хп, ладно. Самое главное, что не все сразу. Очень даже хорошо. Так. Ставлю этого сюда. Сто хп. Вот, кстати, молотом зону. Нормал босса еще идут с этой. Апгрейд. Блин. Сразу там. Смайки там что. Короче, пройти. Там медленный босс, еще и идут. Блин, мне что-то кажется, что мы не сможем пройти, потому что это реально не будет. Так, пошли нормально. Сами. Апгрейд. И опять бегут. О, нет. Это еще не быстро, но так у него еще и на 200 хп больше, чем у обычного. Еще и быстрее. Целых 200 хп больше. Блин. Тот, кто сможет посчитать, сколько раз я сказала слово «блин» в этом видео, напишите в комментариях. Thank you.
боссы, медленные боссы и быстрый босс. Медленные боссы идут. Идут. Апгрейд. Так, как вы думаете? Разом все труднее. Так, давай. Надеюсь, вы написали в комментариях, как вы думаете, пройдем мы или нет. Пройдем. Я думаю, нет. Почему-то я думаю, нет. Кстати, осталось всего лишь 8 волн. Всё. И это получается все, да? Так, поставим вот этого вот сюда, вот в центр, чтобы он сразу стрелял. Но хотелось бы выиграть. Став всего лишь 7 волн. И будет Молтон босс. У него целых 70 тысяч хп, а у обычного 40. Наверное, вряд ли мы выбрали именно Молтон. Можно было хотя бы на нормале. Так. Я надеюсь, то, что мы сейчас играем не зря. Не зря играем. Находим все это. Надеюсь, что мы можем быть каким-нибудь маленьким шансом, может, мы выиграем. Посмотрим, что будет. Так, ставим вот этого. И еще один самолет. Теперь у нас тут два самолета. Это достаточно хорошо, даже логично. Ставим его туда-туда наверх. Где он вообще? А, вот он. Так, 5 волн. Блин, с каждым разом все меньше и меньше. Это... Блин. Мы двигаемся к финалу.
серии. Победим ли мы или нет? Скоро увидимся. Я все-таки надеюсь, что мы сможем противостоять этим зомбакам. Кстати, вот уже начали вот эти загадочные всякие гиганты ходить. По 3000 хп у которых. Так, вот это реально проблема, то есть сейчас из него тоже, наверное, какая-то выглядит. Кто-нибудь. А, нет. Я думаю, будет. Так. Нужно вот эти вот прокачивать. У них очень много... У них очень большой урон. Еще они могут станется несколько секунд. Почему я это раньше не вспомнил? Блин, это надо было все время только их. Так, видите, они устанут. Теперь у нас уже по целых трое раны дают. Так, сейчас будет последняя волна. Это последняя волна, ребят. Так, уже титаны эти бегут. Уже Молтон титаны идут. Сейчас будет Молтон босс. Так, я надеюсь, мы сейчас пройдем. Блин, ну это реально. Это реально трудно. Я надеюсь, что мы сейчас трудно. Хорошо то, что они станут сразу несколько. Довольно хорошо. И... Начинается. Так, ну... Финальная волна. Сможем или нет? Босс у нас пошел. Блин. Thank you.
Посмотрим. У нас нет каких-то особенных ивентов, персонажей, так что у которых реально много ивентов, то я думаю, что уже поздно. И, ну ладно. Блин. Ну, мы хотя бы старались. Мы хотя бы старались. И то хорошо. Так, ну ладно, это, наверное, на сегодня все. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока.